Сегодня премьер Медведев констатировал, что Украина вовремя не погасила кредит в 3 миллиарда долларов и распорядился начать необходимые процедуры по возврату денег. Это означает, что наступил финансовый дефолт. Это юридический факт, если хотите, уже исторический факт. Нужно будет нанять юристов и начинать эту процедуру с должным упорством и тщательностью. Взыскивать все, включая, естественно, те штрафы, которые к тому времени будут накоплены украинской стороной. А в том, что они не будут платить, нет никаких сомнений. Скорее всего, спор будет решаться в Лондонском международном арбитражном суде, поскольку в проспекте эмиссии украинских еврооблигаций сказано, что разногласия должны рассматриваться согласно английскому праву. Большинство юристов оценивают российские позиции как весьма сильные. И сегодня Дмитрий Медведев по телемосту дал старт работе крупнейшей в стране солнечной электростанции в Оренбургской области. Ее мощность 25 мегаватт. Находится она в Орске. Место выбрано не случайно. В Оренбургской области 166 солнечных дней в году, примерно как в Южной Европе. Особо отмечается, что при строительстве соблюдался необходимый уровень локализации – 55%.